инициативы и предложения, которые повышают имидж республики на международном уровне, а также способствуют сотрудничеству в сферах транспортной взаимосвязанности, инновационного и цифрового развития, культурной и народной дипломатии. Узбекистан и Китай плодотворно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, в частности, Организация Объединенных Наций, Шанхайская Организация Сотрудничества. Мы имеем схожие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. За прошедшие 30 лет отношения между Узбекистаном и Китаем приобрели динамичный и устойчивый характер. Если смотреть, то... Так, на этом завершается наша сегодняшняя программа. О других новостях вы можете узнать на нашем официальном сайте russia.cmtv.com. До свидания.